Меня! Привет, мои зеленые друзья! Сегодня я проверил свою грибную делянку и обнаружил, что там выросли поганцы. Поганцы Зарбага. Банда для шитьпая. Вообще, про перевод отдельный разговор, потому что на коробке написано, что они поганцы, на ценнике было написано, что они мерзавцы, ну а на деле они гиц. Так что оставим это на совесть переводчикам. Вот. Внутри у нас два литника маленьких. Инструкция цветная со всякой такой фигней и карты, которые мы даже открывать не будем, потому что я ничего не шарю в этом вашем шитьпайре-найтволте. Возможно, они полезны, возможно, нет, не знаю. Вот, откроем-ка один вот этот литник, да, и видим, что у нас гоблины не просто easy to build, а super easy to build. Вот у нас тут есть раз, два, три лучника, которые просто отлиты цельным куском. Да вообще ничего не надо делать, просто отрезаем и вставляем подставочки, которые тут же на литнике. Круто, круто, супер, супер easy to build. А вот с остальными моделями на этом литнике уже не так easy. Потому что у нас тут видны куски фанатика. Вот он, его шар, его балахон. Вот вторая часть его шара и его нога, прилепленная к этому шару. На этом куске фанатика здесь вроде как все. Потому что, ну возможно вот этот, или нет. Или нет. Остальное это у нас клеймитель, который с этим знаменитым капрачаном на спине. Вот он. Его чан с говном или с углями. Ну, как кто покрасит. И его башка. Вот этого чувака с клеймом. Опять же, в этом странном шлеме гоблинском, которых раньше не было. А тут он где-то разжился железным шлемом. Где? Непонятно. И грибочком, который, ну, понятно, где взял. Потому что рядышком есть делянка, в которой видно, что отсутствует один гриб. Причем эта делянка как раз с подставки главаря всей этой банды, того самого Зарбага. И вот еще кусочек этого самого Зарбага, еще одна делянка и его вот эта вот клетка, в которой сидит снич, который он поймал у Гарри Поттера. И второй литник. Тут у нас еще один супер easy to build гоблин. Это на этот раз Неттер. Он с такой замечательной сеткой. Тоже срезается, подставку и готово. Также у нас здесь уже части для нашего шамана, замечательного Зарбага. Вот его тушка. Его посох, опять же, коса, серп. Непонятный, с варевом, с костями, черепами и грибами, куда же без грибов. Вот. И здесь еще также, собственно, тело этого клеймителя. Вот она. Куда вставляется бошка. И вот как раз это клеймо, то самое с луной, и еще остатки капрачана. Ну и на этом литнике у нас звезды, звезды нашего набора, потому что только ради них можно купить. Это два миленьких, маленьких, классненьких Скрига. Вот один, его мордочка с костью в зубах, то есть он хороший мальчик и несет кость обратно гоблину, который ему кинул ее. И другой, уже без кости, просто такой, вот такой вот злобный маленький, прям милота сквиговая, как есть. Хочется гораздо больше мини-сквигов, чем есть сейчас у ГВ, но хоть сколько-то. Спасибо и за эти два. Ну и на остаточек вот эта вот замечательная башка фанатика, который прямо во время боя заливается этим бухлишком из грибов. И вот его рука, на которой висит этот замечательный, известнейший шар фанатика, которым он всех раскидывает и ушатывает. Ну, что можно сказать про коробку? Минички крутые. Ну, лучники как лучники, ничего особенного. Но шаман, сквиги и фанатик просто божественные. Я очень надеюсь, что в грядущем томе этих вот самых мелких пожирателей сквигового говна можно будет ими играть и не в шитьпайр. А так, ну, если вы играете в шитьпайр и вам нравятся гоблины, must have. Если вы играете в АОСик и вам нравятся гоблины, must have. А если вы не играете в АОСик, но вам нравятся сквиги,
тоже очень даже хорошо.